От этой клумбы невозможно отвести взгляд. Когда-то на этом месте был пустырь. Все цветы посадили жители дома. Фиалки, бархатцы, ирисы, цинии. Всех сортов и не счесть. Прижился даже капризный можжевельник. Галина Николаевна, один из главных садоводов двора, говорит, что здесь она отдыхает душой. Я люблю цветы, я люблю с ними разговаривать. Я люблю смотреть на цветы, я люблю их сажать. Смотреть, как они вырастают, цветут. Люблю ухаживать за ними, поливать. Все, что нужно для растения, я забочусь о них. Еще одна изюминка этого двора – настенная граффити. Анапа – республика детства. Эту тему подхватил молодой художник. Он стилизовал рисунок под любимый детский мультфильм. Теперь здесь проводят праздники и организовывают площадки. В уходе за двором с удовольствием помогает и молодое поколение. Мы любим цветы, помогаем взрослым поливать их. Да, мы дружные. Вот, допустим, я могу позвать соседку со своего подъезда, она тут же отзывается, тут кто-то шлангу тянет, кто-то поливает, кто-то подтаскивает. В общем, мы все задействованы в работе. Все. Почему? Потому что это мы живем этим. Это для нас, это красота. Почему бы и не поучаствовать в этой работе? В тени деревьев сделали сказочный уголок для детей. Жители домов принесли плюшевые игрушки, своими руками смастерили сов и пингвинов из бутылок. Нашли применение даже строительной пене. Получилась вот такая кудрявая овечка. Победа в конкурсе для них не главная цель. Это мы делаем для себя, потому что нам очень приятно всем жителям, вот очень приятно выйти, посидеть в такой зелени, в такой красоте. Они с удовольствием принимают участие и в поливе, и в посадке растений, также в прополке и ухаживают с удовольствием за этим. В конкурсе они участвуют уже четвертый раз. В этом году труды жителей были вознаграждены. Как говорят они сами, работы еще много. В планах сделать розарий и расширить одну из клумб. Вокруг нее поставят миниатюрный заборчик. Площадку дополнят тренажерами, будет пополняться и сказочный уголок. У жителей еще много идей.